Самаре завершился открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов сферы культуры «Призвание». Смотрите программу «Город С» сегодня в 18.15. Поговорим об итогах городского конкурса, его участниках и победителях. Гости в студии: Светлана Макеева, консультант отдела художественного образования и социокультурного проектирования Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, Ольга Хвостова, директор музыкальной школы имени Глинки, Марина Чагадаева, член жюри конкурса, председатель предметно-цикловой комиссии фортепиано Самарского музыкального училища имени Шаталова, и Юрий Салаев, преподаватель баяна, аккордеона высшей категории детской музыкальной школы имени Ковалевского.